Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Продолжаем говорить о активном периоде в жизни человека. 21 год. По большому счету, наверное, первый из трех важных, значимых водоразделов жизни. Его называют вступлением во взрослую жизнь, началом взрослой жизни. Во многих государствах мира 21 год – это совершеннолетие, когда человек имеет уже все права, может самостоятельно принимать определенные решения, которые до этого принимали за него его родители. Это время, когда мы с вами сделали второй достаточно большой шаг за порог родительского дома, став теми людьми, которые теперь несут полную ответственность за все поступки и все принимаемые решения. Это время, когда нам, как отцам, необходимо сделать второй обряд инициации и совершенно отпустить наших детей из дома, напутствуя их, вручая им некие символы мужественности, символы самостоятельности. С этого момента мы больше не те, кто ведет. С этого момента мы переходим в ложу зрителей и наблюдателей. Теперь единственным орудием, единственным способом помощи управления жизнью детей является совет. Если мы на этот момент не заработали авторитет, если за это время мы были неважными родителями, то наши дети будут искать совета совершенно в другом месте.